Приветствую вас, уважаемые партнеры, с вами Олег Помазан, и сегодня будет обзор нового проекта от Дмитрия Воронова, который называется Mega Profit. Это клуб любителей матричных и других систем финансовой взаимопомощи, а также заработка в интернете. И сейчас состоялся предстарт системы Триада. Она состоит из трех двухуровневых тренажных столов. Вход в первый стол составляет 240 рублей. И каждое ваше место при прохождении всех трех столов будет приносить доход около 60 тысяч рублей. А также множество клонов в первый стол системы. И при этом работает трехуровневая реферальная программа. На сегодняшний день зарегистрировано уже более 700 человек. А старт системы Триада состоится 28 февраля в 12 часов по московскому времени. Но уже сейчас на предстарте вы можете покупать, то есть бронировать места. Но пока на предстарте вы можете купить максимум 4 места, которые на старте автоматически активируются и встанут в вашу личную структуру по дате регистрации. То есть получается, когда вы первое место купили, то следующие купленные 3 клона на старте встанут именно под ваше основное место, так как расстановка в маркетинге структурная с реферальной привязкой, где все ваши клоны и основные места личных рефералов становятся именно в вашу личную структуру, по алгоритму сверху вниз и слева направо в первое свободное место. При этом уже сейчас на предстарте работает реферальная программа, то есть когда ваши рефералы будут бронировать места, вы будете получать реферальные вознаграждения, которые вам зачислятся на баланс, и вы можете выводить их на свой кошелек Payeer или использовать для покупки дополнительных мест. В проекте работают платежные системы Payeer и FreeCassa. Вывод в проекте инстант, то есть моментальный. Итак, перед тем, как рассмотреть маркетинг и функции кабинета, для начала пройдем регистрацию. Зарегистрироваться в проекте можно только по реферальной ссылке, которую можно взять у зарегистрированных пользователей. Вы их можете найти в чатах проекта ВКонтакте и Telegram. Переходите туда, выбирайте лидера и запрашивайте реферальную ссылку. Иначе, если вы зайдете по чистой ссылке и нажмете «Регистрация», то система вам не даст зарегистрироваться. Поэтому вы обязаны для регистрации перейти в проект по реферальной ссылке, которую возьмете либо в чатах, либо если вы где-то встретили рекламу проекта и видите там реферальную ссылку, то переходите по ней в проект и нажимайте «Регистрация». После чего вы увидите форму регистрации и своего куратора. При этом, если у него заполнены контактные данные, то можете связаться с ним напрямую. Итак, заполняйте все поля и нажимайте «Зарегистрироваться». Перейдя в кабинет, зайдите в раздел «Настройки». Заполните свои контактные данные, загрузите аватар и сохраните. Чуть ниже пропишите свой кошелек Payeer и также сохраните. Он нужен для вывода прибыли. После чего изучите маркетинг системы Триада. Нажимайте на первый слайд. И далее переходите по стрелочке. Итак, стоимость места в первом столе составляет 240 рублей, 30 рублей из которых идет куратору первого уровня, 20 рублей идет куратору второго уровня и 10 рублей куратору третьего уровня. 20 рублей идет на развитие клуба и 160 рублей в первую матрицу системы Триада под названием Т1, то есть само место стоит 160 рублей. Купив место, вы попадаете в первую матрицу, где первый уровень накопительный. А вот во втором уровне при закрытии каждого места вам будет начисляться по 160 рублей, 20 рублей из которых будет зачисляться на баланс для вывода, а остальная сумма пойдет в накопление для перехода во вторую матрицу, где также первый уровень накопительный, а во втором уровне вам уже при закрытии каждого места будет начисляться по 1260 рублей, 70 рублей из которых будет зачисляться на баланс для вывода. 30 рублей пойдет кураторам первого уровня, 20 рублей кураторам второго уровня и 10 рублей кураторам третьего уровня. При этом при закрытии каждого места вы будете получать клона в первую матрицу, который пойдет именно в вашу личную структуру в первое свободное место. Ну и остальная сумма пойдет в накопление для перехода в третью матрицу, где также начинаются начисления при закрытии каждого места во втором уровне. И вам будет начисляться по 8010 рублей, из которых 6500 рублей будет идти на баланс для вывода, а также 150 рублей кураторам первого уровня, 100 рублей второго уровня и 50 рублей кураторам третьего уровня. При этом при закрытии каждого места во втором уровне вы будете получать по 5 клонов в первую матрицу. И имейте в виду, что в системе есть абонентская плата. То есть раз в 10 дней каждый участник системы Триада платит абонентскую плату в размере 240 рублей. На эти деньги участнику покупается клон. Для того, чтобы вовремя оплачивать абонентскую плату, вы должны каждые 10 дней иметь на балансе минимум 240 рублей, которые система автоматически снимет с баланса и купит вам клона. Но если этой суммы не будет, ничего страшного не произойдет. Все ваши ранее купленные места будут работать по маркетингу и приносить прибыль. А у вас просто появится задолженность, которая автоматически погасится, когда вы получите прибыль, либо если самостоятельно пополните баланс на необходимую сумму. Итак, давайте теперь рассмотрим функции кабинета.
В правом верхнем углу есть онлайн-статистика. То есть, если кто-то получает прибыль или приглашает нового реферала, система это показывает. Чуть ниже вы можете посмотреть статистику лидеров проекта по заработку, рефералам, заработку без приглашений или клонам в триаде. По центру кабинета краткая статистика вашего аккаунта. Ниже вы можете посмотреть своих кураторов по трем уровням. В разделе «Конкурс» вы можете ознакомиться с условиями автоматического еженедельного конкурса. В разделе «Рефералы» вы можете скопировать свою реферальную ссылку и ознакомиться со статистикой своей реферальной структуры по трем уровням. И обратите внимание, у каждого партнера есть личная карточка. Перейдя по ней, вы можете подробнее ознакомиться со статистикой данного партнера. А нажимая на аватар партнера, вы можете ознакомиться со статистикой его личной реферальной структуры по трем уровням. Таким образом, вы можете просматривать реферальную структуру во всю глубину, а не только по своим трем уровням. В разделе «Баннеры» вы можете загрузить любые для себя баннеры. Ну а сейчас я продемонстрирую, как купить место в первую матрицу системы «Триада». Для начала в разделе «Финансы» пополняйте баланс. Здесь, кстати, внизу вы увидите свой журнал финансовых операций. Итак, прописывайте сумму, выбирайте платежную систему «Pair» или «FreeCassa». Нажимаете «Пополнить», следуйте подсказкам системы и пополняйте свой баланс. Также обратите внимание, что есть раздел «Перевести». Здесь вы можете совершить внутренний перевод на любую сумму по логину любого партнера. То есть перевод со своего баланса на баланс партнера. Итак, после пополнения баланса переходим в раздел «Система триада». Далее нажимаем «Активировать место». И ниже система вас информирует о том, что триада стартует 28 февраля 2022 года в 12 часов по московскому времени. То есть ваше купленное место автоматически активируется в это время. После старта системы в правом углу появится счетчик, который будет отсчитывать 10 дней до списания абонентской платы. Ну а далее на предстарте, когда вы купите первое основное место, вы максимально можете купить только 3 клона. Вот я сейчас купил второе место, онлайн-статистика об этом оповещает, и теперь максимально еще могу купить 2 места, второй клон и третий клон. Итого у меня куплено 1 основное место и 3 клона, всего 4 места. Ну а после старта, конечно же, можно будет покупать места в неограниченном количестве. Итак, друзья, на сегодня информации достаточно. Как видите, регистрации увеличиваются, так что присоединяйтесь. Ну а с вами был Олег. Желаю всем больших чеков. Пока!